художественной галерее музея Норильска открылась выставка гравюр «Ксилографы Красноярска за полярным кругом» Сибирской школы ксилографии Германа Паштова. Событие приурочено к 80-летнему юбилею мастера, народного художника Российской Федерации, создателя и руководителя первой и единственной в России студии ксилографии. На выставке можно увидеть не только его работы, но и 26 выдающихся красноярских художников-ксилографов. В субботу в рамках театральной весны Красноярский музыкальный театр покажет постановку «Великий Гэтсби». Это грандиозное шоу, в основе которого известное произведение Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Постановка претендует сразу на несколько номинаций фестиваля, но в любом случае для зрителей станет ярким, запоминающимся событием. Не пропустите! В воскресенье юных читателей приглашают в детскую библиотеку не только знакомиться с книгами, но и сделать их своими руками. Гостям предложат разные материалы, с помощью которых они проявят свою фантазию и оставят на память о занятии собственное изделие. Будет познавательно и увлекательно. Главное, заранее зарегистрируйтесь. В этот же день поклонников танцев ждут на большой фестиваль «Будущие звезды 2022» во Дворце труда и согласия. Одно из ярких событий весны объединит танцоров разных возрастов и уровней мастерства из Абакана, Братска, Усть-Илимска, Ачинска и других городов. Выступление танцевальных пар будет представлено в двух программах – европейской и латиноамериканской. Будет зажигательно! И, наконец, отправляемся на вершину по дну океана. Именно так называется бесплатная экскурсия на вершину Торгашинской лестницы, куда гости смогут подняться вместе со специалистами музея геологии «ГЕОС». Такой маршрут был выбран не случайно. Именно на этой точке можно доступно рассказывать о важнейших событиях в истории нашей планеты, которые происходили сотни миллионов лет назад. И Торгашинский хребет, и столбы – настоящая каменная летопись Земли, в которой можно прочитать об их возникновении и развитии. И все вместе эти объекты можно рассматривать как уникальный музей под открытым небом, щедро подаренный красноярцам самой природой. Не пропустите, но обязательно запишитесь заранее. И не скучных вам выходных!